Давайте посмотрим прогноз на июль. Запросили прогноз на июль. Посмотрим, что намечается. Общий расклад за личный, приходите. Вопрос 500 рублей. Кому не нужен расклад, да? Итак, прогноз на июль, девочки. В каких энергиях пройдет у нас июль? Давайте посмотрим, какие энергии будут преобладать в июле. Тихоньку-тихоньку будем двигаться, да? Тихоньку-тихоньку двигаться, девочки. И здесь можно двигаться и нужно в плане денег, девчонки. Ту цель, которую вы наметили, потихоньку вы еще там на сколько-то шажков к ней приблизитесь. Здесь говорится о том, что бизнес, если был, в планах был открыть, да, у кого-то будет. Также потихонечку приблизитесь к своему наполнению, к своему восстановлению в чувственной сфере. Девочки, будете наполняться. Энергии вообще разнообразные, девчонки. Здесь нельзя выделить одну. По всем фронтам будет улучшение на несколько шажков. Приблизитесь к желаемому результату. Давайте посмотрим деньги. В деньгах что будет в июле? Здесь какие-то решения будут приниматься. Вот, скорее всего, да, может быть по бизнесу, по смене работы. Потому как здесь, по ходу дела, уход от старого, девчонки. Возьмете все свои опыты, все свои наработки, да, все свои инструменты и погоните в новое. Девчонки, сразу могу сказать, что в деньгах вы можете все. По магу. Поэтому для вас ничего невозможного здесь нет. Главное принять решение, что именно вам нужно. А это решение будет очень тяжело принять, потому как очень здесь все у вас будет, да, как сказать, прельщать и туда, и сюда, и везде захотите, да? Тянуть много, что у вас будет. И очень тяжело будет на чем-либо остановиться. Любовь. Что будет у нас в чувственной сфере, что будет в любви? Здесь ничего не понимаю, да? Ничего не понимаю. Вот так вот будет у вас в любви, в чувственной сфере. Здесь вы будете ощущать обездвиженность, но, опять же, это пассивная энергия притяжения. То есть вы красиво, самодостаточно, классно, вы изобильно, у вас куча энергии. Вот о чем я и говорю. Месяц июль будет наполнением вас именно по чашам. То есть вы будете расцветать, девочки. В какую двигаться сторону, да, туда или обратно, муж, любовник, я не знаю, там, он или не он, вообще потеря будет, да. То есть не маленькой путаницы, но опять же тут такой маленький советик, девочки, всегда выбирайте новое. Если вы думаете старое либо новое, значит выбираем новое. Старое значит для вас не так важно, раз вы задумались о новом. Поэтому, девочки, в любви смотрим в новое. В старое обратно не откачиваемся. Тем более такая изобильная женщина здесь. Красота. По здоровью давайте посмотрим, что со здоровьем. Здоровье может немножко подкачать, девочки. По здоровью, возможно, даже, знаете, апатия, либо тоска. И тут опять же, девчонки, давление может быть, девочки. Не упиваемся водой, хотя лето, все равно баланс вот этой вот воды, да, регулируем, чтобы не было отеков, возможны отеки. У кого-то возможны операции, но опять же здесь говорится, что операции делайте, все вроде должно быть хорошо, по крайней мере хирург достанется вам, да, не рукожопый.
Давайте посмотрим ваши ощущения. Оправдаются в месяце в июле. Да, девочки, оправдаете. Все, на что надеялись в следующем месяце, в июле, все оправдаете. По деньгам выберите верное направление, да, то есть дама пентаклей, будете в изобилии. По здоровью тоже, ну, сами видите, да, женщина тут соплями не обмотана и сидит вроде нормально, не лежит. Точно так же, девочки, и в любовной пойдете в новое, будете ценной женщиной. Ну, считаю, что июль должен быть хорошим.